составе новой общественной палаты Ленинского района, которая начнет работать с июня 2014 года, будет 30 человек. Какими общественников видят жители муниципального образования? С этим вопросом мы вышли на улицы нашего города. Я думаю, что в общественной палате должны быть люди неравнодушные к своему делу, к своим людям. Должны проявлять больше милосердия и сострадания, кто живет рядом с ними, откликаться на их просьбы, помогать. Очень должны быть и грамотные люди, знающие те вопросы, которые они будут решать. Неравнодушны. По-моему, этого достаточно. Честные, отзывчивые, которые понимают людей, простых людей. Ну, наверное, справедливым, который должен вести порядок в городе. Мне кажется, люди, вот, которые болеют за свой город, за свой район, которым что хочется переделать, в лучшем случае, конечно, не то, что как бы люди равнодушные. Нет, неравнодушные просто должны быть люди, обыкновенные. Должны быть очень ответственные и добрые люди. Активный человек должен быть, во-первых. Нужно болеть за свой район, за свой город. Он должен быть открытый. Общительный. Человек, естественно, должен быть напористым, потому что он должен решать многие, общаться с жителями, решать их проблемы, вопросы, рассматривать, встречаться с ними. Также, естественно, он должен иметь какое-то образование. Человек должен, который вышел из народа, грубо говоря, и ему знакомы эти нужды. Ну и самое главное, естественно, чтобы эти проблемы проталкивались и находили цель. Чтобы их применяли, разработки все в жизнь воплощались, а не на словах просто. Любить родину,